Друзья, всем привет! Это очередное видео, снятое в обратном порядке. Сейчас я хочу сказать, что будет, но на самом деле я это снимаю уже после того, как все было. Это аппарат Blackway 5900. Ни Pro, ни Lite, ни Plus, никакой. Просто 5900. И сейчас я буду тестировать на нем... Буду тестировать его игровые возможности. Сейчас я на него буду ставить некоторые игрушки по возрастанию. Ну и если хотите, это смотрите. Если нет, скажу просто коротко тем, кто не любит длительные видео. Игрушки простейшие идут идеально, тач для игр идеальный, игрушки посложнее идут только в минимальных настройках, ну и сами можете посмотреть как. Играть можно? Можно. Играть очень удобно? Нет, не очень удобно. Все, всем спасибо и дальше, если кто хочет, смотрите видео. Пока. Nice to see you again. You know the drill. Touch the screen. Move your fingers and see what happens. Indicate that you should get out of there. I'm so sorry, but the rescue team is on vacation. Just kidding, we're on our way.
Мне тут какое-то извращение, блин. Я платье нашел, лифчик. Хотя я мужик. Отобрал у кого-то. Я собрал реально все. Живо 5 человек, и я среди них. Это мое, это мое. Это снова мое. Меня убьют нафиг, и я не узнаю откуда. А, вот, нашел. Сейчас мы из него хоть что-нибудь мужское возьмем, а то у меня все женское, это женское, да. Эй, возьми, вот. Есть что мужское? Во! Комбезик, очки зачем-то, правда, не знаю. Хрень какая-то на башку. Все, забираем. Во, я хоть как мужик теперь. Без лифчика, блин. Живо 3. А куда я еду? Мне не сюда, оказывается. Первый раз в этой игре близок к выживанию. Слишком долго был вне зоны, и жизни не хватило. Поздравляем с 3-м местом. Убил 9. В районе камеры 44,5 градусов. И все.
Все, выходим. Ну, на этом, думаю, и все.